Здравствуйте, уважаемые студенты. Я Мусаевна Вершана, магистр и старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса. Сегодня у нас вторая лекция по дисциплине «Барное дело». Тема нашей лекции – классификация бар. Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные крепкие алкогольные, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные, кондитерские и булочные изделия, покупные товары. Особенности баров – быстрое обслуживание, небольшие по площади зала, ограниченный ассортимент закусок и блюд, малочисленный персонал и совмещение профессий и обязанностей, высокая пропускная способность. Классификация бар. Первое. По уровню обслуживания и предоставляемым услугам. Класс люкс, высший класс, первый класс. Второе. По ассортименту реализуемый продукция и способы приготовления, молочные, пивные и так далее. И третье, по специфике обслуживания потребителей, видеобары, дискобары и так далее. Молочные бары специализируются на приготовении коктейлей, основу которых составляет молоко, фруктовые соки и сиропы. Молочные бары, а в ассортименте бар имеются мороженое, кондитерские изделия, соки, минеральные и фруктовые воды. Также могут быть коктейли типа коблер, флипс, сицом, айскрим с мороженым, горячие напитки, кофе, какао, горячий шоколад. Из закусок канапе с творожными массами, различные виды печенья, пироги, пирожные, сахарные орехи, свежие фрукты. Оснащение молочных баров. Молочные бары оснащаются дегенераторами, низкотемпературными прилавками, микстерами, массовыми электроплитами. Зал бара состоит из двух или четырех местных столов. Низкие столики для детей. Потребителями являются родители. Люди старшего возраста, режим работы молочных паров в основном не часы. Пивный бар реализуется на реализации пива. В ассортименте пивного бара должна быть 2-4 вида бочкового пива, продаваемые в розный размер, и 4-5 вида бутылочного. Также готовят и реализуют 2-4-5 пивных коктейлей. Оборудование для разлива пива в пивных барах составляет из охладителя металлических бочек, кегов, пивопровода и установки для разлива пива трафт. Закуска для пивных баров имеет ярко выраженный вкус основного продукта, часто с добавлением специй и приправ. Зал пивных баров оснащается стилизированной мебелью, натуральное дерево, иногда в баре в полночке. Потребители за столами обслуживают официанты за стойкой барной. Винные бары. Наиболее популярные среди всех видов баров, их часто располагают при ресторанах, гостиницах. Карта винного бара включает в себе до 6 наименований крепких алкогольных напитков, вин, коктейли, соков, фруктов и минеральных вод, табачных изделий. Меню винного бара состоит из бутербродов, канапе, различных холодных и горячих закусок, десертов, кондитерских изделий. В ассортименте напитков грил-бара входят многочисленные коктейли и смешанные напитки. Обслуживает потребитель бармен, который говорит и подает заказанное блюдо. Снэк-бар предназначен для быстрого обслуживания потребителей на вокзалах и аэропортах. В меню включается блюдо быстрого приготовления. Новые типы баров – это салат-бар с
специализируется на приготовлении и выпуске различных салатов и заправок. Основное оборудование – открытые холодные витрины, и которых выставлены как салаты, так и компоненты, из которых потребитель может составить блюдо по своему вкусу. Десерт-бар. Десерт-бар специализируется на приготовлении и выпуске всевозможных десертов из фруктов, фруктовых салатов, муссов, желе, мороженого и с разными наполнителями. В ассортимент холодных и горячих напитков входит молоко, морса, фруктовые соки и воды, чай, кофе, какао, горячий шоколад. Десерт-бары очень популярны у детей подростков, пожилых людей. Пап-бар. Бар по интересам чаще всего спортсменам. Здесь транслируются спортивные передачи, собирающиеся большое число болельщиков. В ассортименте бара широкий выбор напитков и другой продукции. Банкетный бар. Банкетный бар – сервис. Бар предназначен для обслуживания банкетов и приемов. В зале используются только стулья и тапка. Бар обслуживает большое количество гостей. В ассортименте прохладные напитки, коктейли, аперитивы, дорогие вина, коньяки и ликеры. Видеобар. Видеобар – бар, предназначен для музыкального обслуживания потребителей. Пока. Видеобар предназначен для музыкального обслуживания потребителей, показа видеофильмов. В них устанавливается система типа домашних кинотеатров. В ассортименте крепко алкогольные и прохладные напитки, коктейли, соки, закуски, чай, кофе. Спасибо за внимание. До свидания.